Сегодня начал возводить фронтоны. Вот уже 3 ряда поднял. Такая вот красота получается. Так, сегодня продолжаю выкладывать фронтон. И хотел показать еще один момент, который мы так по ходу решили сделать. Значит, мы вбили вот такой вот штырь прямо в стропилину. Можно его насквозь изогнуть. Вот. И ну, так вот под углом утопили его в сам блок. Вот. И теперь я это все дело сажу на раствор. Вот. И это будет как дополнительное крепление самого фронтона к стропилине, чтобы оно было единым целым. Ну и так, естественно, можно делать в нескольких местах до самого верха фронтона. Можно сделать шпильку. Шпильку можно просверлить, вставить шпильку с этой стороны, гайка. Вот. И там под углом вот так вот загнуть, чтобы фронтон никуда не ушел. Вот. Гоню сразу два фронтона. То с одной стороны, то с другой стороны. Так, по ряду. Ряд там, ряд там. Вот. В общем, продвигаемся, продвигаемся. Выставил один блок, вот прилепил. Вот эти вот места, где стропилина, здесь же будет еще контрабрешетка у меня и обрешетка. Вот. И вот эти пространства я сразу закладываю тоже кирпичом. Это перестеночный блок 10 на 20 на 60. Вот он идеально сюда мне стал, так что этим перестеночным блоком я сейчас тоже буду выставлять, выкладывать вот эти пространства между стропил, чтобы потом уже сюда, ну, будет сложно залезть, нужно будет с внешней стороны как-то это делать. А так мы сейчас выставим, когда это все дело, значит, мы закончим с фронтонами, с вот этим выставлянием, а потом мы уже будем тянуть сюда мембрану, контрабрешетка, обрешетка и кровля. И все, тогда мне уже будет сюда, ну, незачем лезть. А всю внутреннюю часть, то здесь же будет у меня подшиваться, здесь будет доска снизу подшиваться. Мембрана будет ложиться, ну или это парабарьер, доска, и здесь будет утеплитель. И, скорее всего, утеплитель я буду делать, задувать целлюлозу, вот, и ну, с помощью там, какого-то компрессора она задувается, вот, и она будет заполнять все эти полости. То есть я хочу заполнить все эти полости везде, пространство целлюлозой аж до самого верха, то есть вот этой доски. И сюда это все хочу заполнить целлюлозой. Вот. Хороший утеплитель. У меня товарищ сделал дом каркасный. Вот, заполнил все пространства, всю целлюлозу, и очень тепло. Реально очень тепло. Вот, так что вот так вот. Все, идем работать. Так, мы подошли к моменту, когда нам нужно устанавливать окошко. Мы сейчас вырезали вот такой вот щит из доски. Установили его здесь. Таким вот образом прикрутили. И теперь будем подрезать. Ставим блочок. Вот один уже подрезали. Подставляем блочок, рисуем линию, вырезаем. И подставляем. Можно показать. И так каждый блок. Вот. Пока окошко не обойдем. Такое вот решение приняли. Как нам сделать окошко. Окошко вырисовывается. Забиваем штырьки такие. Скрепляем блоки между собой.
Завтракаем на крыше. Завтрак молоко и булочки. Продолжаем лепить, да? Парное молоко. Благотворно для поэта. Молочная диета. Еще интересный момент хотел сказать, что у нас практически нет отходов на фронтоне. Вот, к примеру, готовый блок, ну точнее целый блок, и мы его просто под правильным углом распиливаем пополам. Вот. Распиливаем пополам, и одна половинка идет на одну сторону, получается на одну сторону, вторая половинка идет на другую сторону. Угол правильный, вот, и таким образом вот эти все обрезки, то есть они уходят на минимум. То есть у нас вот практически нет обрезков. Ну, то здесь всякий бой мы отрезали, всякие такие кусочки мелкие, то есть практически все уходит. То есть не стоит бояться фронтона, на фронтон перерасхода большого нету материала. Сейчас подходим уже к самому верху, осталось положить пару камушков, и фронтон будет готов. Так, первый фронтон наконец-то закончился. Не прошло и полгода. Сколько же у меня на его ушло? 2 дня ушло на один фронтон. 2 дня, да, на фронтон? Ну, считай, 2 дня, один фронтон, 2 дня. Это, конечно, да. Поморочились мы. Ну, надеюсь, второй хотя бы за 1.5 сделаем. Вот такое вот дело. Так, у нас по улице уже вчера тянули кабель. У нас будет освещение по улице. Вообще, Европа идет. Освещение, новая линия, новые провода, новые столбы, асфальт положили. В общем, пока дом достроим, цивилизация придет. Второй день пребывания нашего на участке. И мы поднимаемся наверх все вместе. Давай. Да! Идем! До тебя! Ну что, открываем окно в мир. Марта, ты готова? Да. Окно в мир. Марк, ты готов? Да. Итак, внимание. Марта! Марта! Смотрим сюда. Окно в мир. Иллюминатор. Подводная лодка. Ого! Иллюминатор. Марк, а ты шнурки не завязал. Сейчас зачепишься, наступишь на шнурок и упадешь. Все, мы открыли окно в Европу. Прорубили, так сказать. Где? Все, молодцы. Так, сейчас покажу вам, что уже Виталик выстроил с папой. Вот такой красавчик фронтон. С красивым круглым окном. А у нас сейчас перерыв, Марк. Идем, покажешь, что ты кушаешь. Так, мы здесь сели в теневочке и кушаем арбуз. Это наш обед. Арбуз вообще такой спелый-спелый, вкусный-вкусный. Чтобы вам передать его вкус, он вкусный, как конфеты, да, Марк? Угу. Арбуза можно и накушаться и напиться. Ням-ням-ням, да? Ням-н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 ям. Вот так! Вот такой. Приступаем к второму фронтону. Точнее, продолжаем выкладывать второй фронтон. Уже это 5-й ряд. Всего у меня на фронтоне 16 рядов и вершинка 17. Дядя, дивись! Дядя, дивись! Ого, ты переползла? Марточка,
Ты собачка? Да. Собак? Я котик. Котик? Котик? Да, я маленький котик. Марта маленький котик. Ртонька, осторожно, в сторону. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Давай, Марк! Марк выкалит, ты знаешь, сразу же надо перенести дальше. Угу. Марточка, ты помогаешь? Да. Вырасти начнут. Да и ваши. День нашего здесь пребывания с детками, и вот уже готов фронтон. А дальше сейчас покажем, что у нас. Вперед к вершине. Оп, Марточка лезет. Осторожно, Марк уже там. Оп. Віталік, ми вже йдемо до тебе. Ні, ми вже йдемо всі до тебе. Давай, Марк. Опа. Давай. Давай. Привіт, друзі. Давай, ручку. Ручка. Оп. Ого! Торжественный момент. Итак, мы устанавливаем последний фасадный камень нашего дома. И это делает Марк. Марк, давай равняй его быстрее. Надо же равнять, это сейчас застынет. Вот он, последний камень. Ребята, вот это жир. Так, равняем его. По вершинке. Все, Марк был этим человеком, который установил последний камень в этом доме. Ну что, идем в соседки жарить. Да. Будем летака запускать. И сосиски. И сосиски. Марк, куда ты полез? И закат солнца такой красивый. И Марк на самой-самой высоте. Ты так высоко, Марта, да? Да. А давай сюда мне тут. Дивлюсь. Тёпи. Так, влазим, я ищу. Закат солнца из нашего окна. Перед тим, як ото вітер був. Із нашого круглого окна. Марк, кто там? Кто там? Из нашего окошка коровки хорошо видны.
Виталик открывает окно. Второе окно в мир. Окно в мир. Получайте. Так. Пока-пока, Мартуня. Мартунька. Пока-пока. Ну что, будем запускать самолетик с окна своей спальни. После хорошего рабочего дня. Все, полетели. Ням-ням-ням. Снимай.